Если вы работаете с уполномоченной в СБИС 2.4 и хотите перенести все ваши документы в личный кабинет, сделать это очень просто. Нужно воспользоваться мастером переноса отчетности. Нажимаем «Электронная отчетность», «Отправка отчетности в СБИС онлайн». Выбираем организации и интервал. Синхронизация выполняется один раз. В дальнейшем, даже при отправке из СБИС 2.4, новые доверенности и отчеты будут сразу сохраняться в онлайн-кабинете. Как только отчеты будут перенесены, автоматически перенесутся и доверенности, вместе со сканами. Теперь все ваши документы перенесены в онлайн-кабинет. Переходите на СБИС онлайн, ведь работать с сайтом гораздо удобнее.